Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на хип-хоп. Сейчас отреагирую на песню, которая называется GPT. Вряд ли это речь о чате GPT, но не суть важно. Фокус в том, что это такой сингл-альбом, я так понимаю, от группы Stacey, который внезапно вышел достаточно. И сингл-альбом называется очень странно, называется «Троеточие», после этого буква, которая, теперь внимание, на Википедии это буква L, маленькая L, английская, а, например, на Genius'е это I, большое. Я не очень понял, в чем прикол. В общем, как называется эта песня, я до сих пор так и не знаю. Я считаю, это огонь. Ладно, давайте реагировать. Мне интересно, там на этом минике, сингл-альбоме, там, собственно, GPT, потом песня Meant to Be, а также GPT Instrumental и GPT Acapella. Так что это такое прямое определение сингл-альбома. Сама по себе, собственно говоря. Baby, I love you. Хорошо, ладно, давайте слушать. Прежде чем реакция, как обычно, большое спасибо моим спонсорам, которые меня поддерживают на Boosty. Хороший сайт, кстати, на этом сайте можно мой канал поддержать. Мне будет очень приятно и поможет увеличить скорость выхождения роликов, наверное, еще больше. Ладно, итак, Антон Балюсь, Илья Просин, Горж Денис, Анастасия Диндин, Евгений Ерин, Джей Джей и Владимир Тырин. Ну, я готов. Не знаю, готовы ли вы, но будем надеяться. 3, 2, 1, поехали. Стоп, я вообще то включаю. Я вообще не то включаю. Ёлы-палы, я что, дурак, что ли, не понимаю. Вообще не то включил. Вот, да, блин. Вот, 3, 2, 1, поехали. Ничего себе, как синты выделены. Сильно. Они даже с громкостью голоса слегонца спорят. Нормально, это не мешает песне абсолютно. А, тут уже немножко мешает, если честно. Песня очень позитивная, хотя и с легкими мистическими нотками. Не могу сказать, что в большом восторге, честно говоря. В принципе, песня нормальная, просто не более того. И это большая проблема. Юн Милаха. Какие-то даже фантастические звуки слегонца. Клип симпатичный даже. На фоне как будто птички свистят, чирикают. Такие звуки странные. Ничего себе, у нее ключ. Всем ключам ключ. Ладно, тут я как-то привык уже к сочетанию вокала и мелодии.
GPT-лаб. Может быть, все-таки это GPT, который типа чат. Да, окей, хорошо. Мое мнение таково. Мое мнение личное. Песня милая, но, конечно, чего-то такого сверхъестественного он не представляет. То есть Рада, которая здесь писала преимущественно музыку, текст тоже, видимо, он умеет делать суперхитовые вещи. Это не суперхитовые вещи. Это просто приятная, милая, да, которая, да, местами даже интересная по музыке. Ну, с вокалом еще, в принципе, порядок, вопросов нет. Припев там «Tell me, I'm calling you GPT». «Я зову тебя GPT». «Отвечай мне GPT». «Ты вообще обо мне думаешь?» Достаточно это для нас. Ну и да, а рефрейн это «Бэйби, я тебя люблю, детка, я тебя люблю, точка, 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 бэйби, я тебя люблю, точка, 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 точка». А, в общем, скорее всего, там все-таки буква «Ай», а не маленькая буква «Л» в названии альбома. Ну да ладно. Хорошо. Давайте слушать еще раз. Не то, чтобы я смогу прям сильно много нового сказать про эту песню, но вдруг... Скажем так, самое начало песни чуть более скучное, чем мне показалось на итоге. Любит Рада такие старые синты. Этой песни не хватает минора. Просто минорности не хватает. Была бы она чуть погрустнее, была бы она получше заметна, на мой взгляд. Она слишком веселенькая. Хотя она может быть грустненькая, может быть. Видимо, этого GPT за ним ведут. Это хороший, приятный момент. Трум-трум. Такие звуки, как будто из какой-то советской научной фантастики. Переход хороший, опять же. Внезапную рэп-секцию. Типа... дают ключики, их пускают. Но не всех тебе, видимо, отдавать эти ключики. Нет, передумал. Оформление, аранжировка меня в целом не то что покоряет, но очень сильно смиряет с слишком мажорностью этой песни, с излишней мажорностью этой песни и с таким веселеньким-веселеньким настроением. На мой взгляд, достаточно грустно. Ну, это так, мои хотелки. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Миленько, на самом деле, кроме шуток, это миленько. Это не какая-то одна из моих любимых песен будет, но это гораздо лучше, чем некоторые вещи, которые меня прямо Стэйси, ну, расстраивали, прямо расстраивали. Тут я такой, окей, хорошо, дорогие Black Eyed Peas, черноглазые мои победители, вы, конечно, не на топе своей игры в этой, так называемой,
в этом релизе. Но в целом это не стыдный, по-моему, уровень для них. Они могут и гораздо хуже, хотя могут, конечно, господи, боже правый, гораздо лучше. Возьмите недавнюю песню о Чонхи, собственно говоря, да, которая, ну, гораздо круче, приятнее вообще, прямо о старых добрых именах напоминает. Ладно, пишите, что вы думаете. Может, там песня зашла, может, категорически нет. Может, вы просто расстроены сильнее, чем я гораздо, а я не особо-то и расстроен. Все, всем спасибо, всем пока. Благодарю людей, которые меня поддерживают на Boosty, ну и тех, кто меня посмотрел. Если вы подпишетесь на этот канал, неважно, где вы смотрите, мне будет приятно. Ну, а Boosty — это отдельный разговор, это супер поддержка.